Здравствуйте, я Михаил Вагин, редактор проекта «Место происшествия», и в данный момент я и мои коллеги готовим свежий выпуск нашей программы. Смотрите сегодня в выпуске. Загорелась кухня. На Октябрьском проспекте вспыхнуло здание на территории пожарной части. Дурно пахнущая история. Ты че сюда? Че? Ты на кухне? Что ты хотел сказать? Что? Что он весь говнет? После задержания пьяный водитель Форда Фокус влип не только в большие неприятности. Занесло на повороте. Стой, давай, перестанавливайся. На улице Лесной камера зафиксировала, как перевернулась малолитражка «Матисс». Подробности этих и других происшествий смотрите сегодня вечером на Первом городском канале. Не пропустите!